30 жылдан бериле ушул менен келатабыз. Ушул чарбачылыкчы негизи таза иштеп баягы дыйкан чарбаларга 30 лет уже занимаюсь скотоводством. У меня свое хозяйство. Я начал свой бизнес еще в 92-м году, когда только начали появляться первые крестьянские хозяйства у нас в стране. С животными близко знаком еще с детства. Родители всегда держали дома скотину. Поэтому о том, как надо обращаться с коровами и быками, знаю не понаслышке. Я с 6 класса помогал родителям со скотиной. На то, чтобы открыть свое дело, мне пришлось взять кредит. Первое время было очень тяжело, ведь кредит надо вовремя оплачивать. Каждый месяц вынь да положь деньги. А для этого надо, чтобы скотина содержалась в хороших условиях и приносила регулярный доход. Денег, которые я взял в кредит, хватило на 20 голов. Я купил 10 породистых быков и еще 10 обычных. Откармливал я их на убой. Но ведь чтобы получить прибыль от продажи мяса, нужно сначала оправдать сами расходы, вернуть деньги, потраченные на корм и прочее. Иногда бывало так, что кредит кредитом закрывал. Тяжело мне приходилось. Нельзя было тратить деньги ни на какие другие цели, только на содержание хозяйства. Нужно было направлять по полученную прибыль. В нашем деле главное делать все своевременно. Например, корм нужно закупать осенью, чтобы подешевле было, да так, чтобы потом на весь год хватило. Поэтому надо точно рассчитать, когда забить скот и продать мясо, чтобы вовремя получить деньги на корм для будущих животных. Потихоньку-помаленьку я выплатил свой кредит и создал собственное небольшое хозяйство. А потом расширяться понемножку стал. Ет бағытында азыр 100 бұқа бар, анан бір 600 бұй бар. Менікі бүтіл ет бағытындағылар. Сейчас у меня примерно 100 быков и где-то 600 коров есть. Всех их откармливаю на мясо. Так у меня с самого начала повелось. Я начал свой бизнес с того, что покупал быков, откармливал их как следует и затем на мясо продавал. Я привык именно так вести дело. Именно это позволило мне выйти на тот уровень, на котором я сейчас содержу свое хозяйство. Тут тоже надо много тонкостей знать. Например, разводить именно такие породы быков, которые много мяса дают с перевесом, чтобы потом прибыль достойную получить, а не убытки. Это такие породы, как шароле или абердин ангусская порода. Эти породы очень хорошие. Вообще самым прибыльным считается держать молочных коров, а не тех, что на мясо. За животными, которых готовят для реализации мяса, нужен особый уход. Это отнимает много времени и сил, но мы справляемся. А еще мы делаем искусственное осеменение коров. Это помогает нам получить большее количество потомства от ценных племенных самцов. Здесь мы тоже достигли хороших результатов. После того, как корова отелится, мы летом отправляем ее вместе с теленком на джайло. Потом, когда они осенью возвращаются, мы продаем телят. В любом хозяйстве на первом месте стоит корм. Сейчас уже невыгодно тюками покупать сено. Во-первых, потому что так много сена, как раньше, нам уже не требуется. А во-вторых, не хочется использовать лишнюю рабочую силу. Ведь когда закупаешь тюки, нужна погрузка, разгрузка и так далее. Поэтому сейчас мы переходим на сенаж и силос. Прямо с поля собираем траву, измельчаем и силос сделаем. Так и для коров, кстати, полезнее. Силос хорошо усваивается организмом животного, да и качество лучше. Сенаж мне нужен, мне мало даже. Сіңімді олы тайвай, жақшы качестволар барды. Баяғы бірінші качестволға жетіш қиын, анан качестволдан качестволға. Когда только начинаешь свой бизнес, достигнуть нужного количества голов сложно, а потом другие сложности начинаются. Потом становится трудно перейти от количества к качеству. Сейчас у меня как раз такой период. Мы переходим от количества к качеству, поэтому мы только на мясо коров разводим. С мяса переходить на молоко сейчас ни в коем случае нельзя. Должно быть только одно направление. А вообще я вам скажу, главное, что надо, это любить свое дело, свою скотину. Только тогда можно достичь хорошего уровня, получить отличный результат. Мисалы бистики мындай процесста. Сейчас у меня три породы быков. Шароле, абердин ангус, герефорд. Сейчас наши коровы отеляются. Пару месяцев телята здесь побудут, а потом вместе с матерями на джайло отправятся. Там они будут быстро расти и развиваться. Осенью телята будут уже большими. Девочек потом оставляем себе. А бычков продаем. Круглый год бычков продаем. Но у меня такое правило есть. Если я, например, 10 быков продам, то 10 снова куплю. Продаю, кстати, только живьем. Не забиваю. У каждого человека
человека своя работа должна быть. Вот наша работа – только выращивать животных, крупными и здоровыми, готовить на убой. Я никогда своих быков не режу, продаю только живым весом. Некоторые вот режут и продают готовое мясо посредникам, а я вот нет. Сойып сатканга берет, ал сойып саткан киши только сатат. Шунда ар бирөөсүнүн процесстери бар. Породаны биз баягы Средняя Азия боюнча биринчи головейди Германиядан алып келдик. Эту породу в Среднюю Азию впервые привезли из Германии, именно мы. Это головей, одна из старейших пород мира. Она происходит от шотландских коров. Там, где живут эти особи, климат очень суровый. Слишком много осадков, выпадающих за год. А в зимний период слишком холодно. Эти животные чем-то похожи на яков. Они, как и яки, покрыты длинной, плотной и мохнатой шерстью. Ведь чем холоднее вокруг, тем всегда толще кожа животного и длиннее его шерсть. Мы совсем недавно привезли несколько стельных, то есть беременных особей. Сейчас вот эти коровы отеляются. Мы, конечно, очень рискуем, привозя сюда чужеродных животных, которые жили в Европе и не привыкли к здешним условиям. Но мы хотим хорошую породу с их помощью вывести. Главное, чтобы они адаптироваться смогли. В чем отличие этих коров от других? В том, что они гораздо выносливее. Они не боятся холодов. На Джайло они смогут свободно и зимой, и летом гулять. Я хочу увеличить поголовье коров породы головей и распространить их по всему Кыргызстану. Хочу показать нашим скотоводам, что есть такое животное. Дай бог, через 2-3 года я уже буду продавать их. Сейчас мы вакцинируем всех наших животных. У нас есть 4-5 видов вакцины. В течение месяца будет у нас идти вакцинация против ящера и других болезней. Интервал между прививками 2-3 недели. Уже месяц как вакцинируем. Когда вакцинацию закончим, отправим скот на пастбище. Вот такие приспособления мы для удобства сделали, чтобы удобно было проводить вакцинацию. Вот такие специальные открытые отсеки. И вот здесь есть станок. И на Джайло у нас тоже есть такие условия. Это ведь очень важно. Если животное здоровое, то и мясо будет вкусным и полезным. Здесь у меня 15 человек работают. Они тоже любят животных, так же, как и я. Я для них построил общежитие, чтобы они из центра сюда не ездили каждый день, чтобы на дорогу лишних расходов не было. Построил для них столовую, у нас 4-разовое питание. Форму вот купил, зарплату нормальную плачу. Я часто говорю, что правительство могло бы поддерживать такие хозяйства, как наше. Ведь все равно закупают мясо для садиков и школ. Там же кормят детей бесплатно, за счет бюджета. Хорошо было бы, если бы государство закупало мясо у таких хозяйств, как наше. Здесь-то у нас мясо чистое, халал. Это было бы хорошо для детей. Сейчас ведь все через тендер проходит, не подступишься. В итоге мясо покупают на базаре. Никто даже не знает, что за мясо детям дают. В последнее время стали бороться с расточительством на тоях. Вот и за детей взялись бы. Проверили бы, что за мясо и откуда для них закупают. Сколько за него платят. Хорошо было бы в школах подавать даже конину. Мы должны пристальное внимание обращать на качество пищи. Мясо должно быть нормальное. Школдорго, мектептерге берсе аябай жакшы болот. Анткени бүт сиз айткандай действительно эң биринчиден тамак таза болуш керек. Головей деген порода,
Почему мы приобрели породу головей? У нас в Кыргызстане яки начали уменьшаться в размерах, стали не такие крупные, как раньше. И поэтому мы решили, что надо искать свежую кровь, другую. Начали думать, кем бы их можно было бы заменить. В интернете начали списываться с владельцами фермерских хозяйств из других стран. Нам отправляли много разных фото, но по фотографиям разве что-то разберешь? Пришлось нам ехать в Европу, лично смотреть, выбирать. Много на это ушло и времени, и денег. Когда определились, заключили контракт и приобрели особей новой для нас породы. Но перевести животных сюда тоже очень проблематично. Тоже много времени на это нужно. 10 дней вот ушло, чтобы коров породы головей к нам привезти. Составили договор с логистической компанией, чтобы их доставили в целости и сохранности. Количество на автобусе. Оно транспортная логистика. Договор в Латкене. Я хочу обратиться к молодежи. Чтобы достичь успеха, во-первых, надо с детства любить животных. Во-вторых, надо любить свою родину. Третье, надо на родине жить и работать, ладить со своим народом. В скотоводстве есть свои правила. Я все это не могу словами высказать. До вас донести все, что думаю и чувствую. Но моя главная цель, чтобы развивался наш Кыргызстан. Чтобы Кыргызстан стал такой страной, как Германия, например. Чтобы нас узнали в мире. Чтобы о нас все говорили, что, мол, там держат таких необычных животных, что там есть такие великолепные горы. Здорово было бы, если бы фермеры из разных стран покупали именно у нас быков необычных, редких пород, чтобы Кыргызстан стал родиной быков новых пород. Мен ошого разылык кылам да.